разобраться с родственниками в плане вот как-то какую-то им может помощь оказать. Там же много людей погибло, и остались родственники, которые в помощи нуждаются. Наверное, это важнее всего. Я бы вот тех, кто устроил этот Майдан под диктовку американцев, взял бы, собрал на баржу и всех утопил. Потому что они во всем виноваты. И цветы они никакие не заслуживают. Никакие. А просто те люди, которые погибли, мне их просто жалко. Это жертвы интриги. Ну почему, если цветы кладут на могилы, это просто, значит, вспоминают, думают о них. Я, например, даже не могу, когда особенно я вижу вот эти повторения и эту музыку, которая была на Майдане, это очень трудно перенести. Простите. Прежде всего, люди должны в сердцах и в душе помнить об этих людях, которые изменили нашу страну, ну, надеемся, что к лучшему. Вот, и вечная им память, и слава этим людям, слава героям. Влада ничего не сделает, это однозначно. А простые украинцы, им должно быть тяжело за то, что столько было потрачено, и вот что они имеют сегодня. Жаль очень людей, которых обманули, скажем, прямо. Ну, не знаю, скорее всего, наверное, власть поменять нам нужно немножко. По крайней мере, премьера надо снять точно. Жалко людей, конечно. Не за того они ни туда не пошли. Единственное, что я могу сказать, неправильно, ни туда не пошли. Не надо было так делать, это мое мнение. А людям что делать? Просто не идти голосовать. Не делать эту беспредельщину, ведь наших голосов никто не нуждается в наших голосах и наших мнений. Может, человек, который вот, ну, психически на учете стоит, не понимает, что делает. Но ведь наша власть грамотные люди, как можно не понимать, что людей подвергать голодовке. Люди, которые жизнь проработали, производство, все. Воровство у нас больше. Раньше за воровство сажали, а сегодня друг друга прикрывают. Все, что я могу сказать. Мабуть, вшанувати і пам'ятати. До речі, моя дитина поїхала зараз на Майдан, він учень 9 класу. Мабуть, якщо діти будуть це пам'ятати з такого віку, то, мабуть, не буде таких помилок.